Сейчас предстоит сложная встреча. Как-то по-особенному готовитесь именно к этому матчу? Ну, ко всем матчам готовимся по-особенному. И этот матч не будет исключением, потому что нам кровь из носа нужно брать очки, в принципе, как и Локомотиву. Поэтому матч получится, думаю, что очень боевой. Сейчас какое настроение внутри коллектива вообще? Да, вроде бы такая серия была не совсем удачная, можно сказать. И у больших клубов бывают такие серии, поэтому переживать здесь не нужно, голову пеплом посыпать тоже. Спокойно готовиться к матчу. Мы знаем свои ошибки, нужно просто их поправить и все. По матчу с Локомотивом для тебя эта встреча будет тоже особенной, да? Потому что ты являешься воспитанником. Как сам готовишься внутренне к этой игре? Ну, мы недавно проводили товарищеский матч. Ничего такого особенного. Вышел, сыграл. И в этом матче, я думаю, что будет точно так же. Все, да? Спасибо.